Ни в мечетях, ни в семьях никогда этому не учили. Посмотрите, 14 с лишним веков ислама. Такого понятия, как терроризм, оно начало появляться только после Афганистана, между Америкой и Советским Союзом, когда все это происходило. В исламе такого не было. С точки зрения, то есть самое большое оскорбление для мусульман, есть то, что вот эту всю грязь, может быть даже, да, мусульмане 1,5 миллиарда почти отвечают как бы за этот 0,0 там, десятитысячную процента из их числа, но в большинстве своем это люди, которых воспитало сегодняшнее телевидение, французское в том числе, где постоянно говорилось...